Мы просыпались утром в 7:30, даже бывало, когда там в будни мы в 6:30 вставали. Просыпались под гимн России, потому что они прямо на всю нас... Мы окна закрываем, оно прямо на максимально на колонках его включают, чтобы так проснулись дети. Мы просыпались, и шли нас, ну, на гимн России нас заставляли типа стоять. Кто там с Луганской, они одевали типа вот эти григорьевские ленточки, флаги такие тоже григорьевские, ну типа вот такие ленты.